Здорово, девчата и братюни. Завершаем ремонт. Вот это люстру сегодня перевешивал, чтобы она более-менее ровно была. Вот эту лампочку поставили. Может менять цвета. Ну, это сейчас, конечно, никого не удивишь, но у нас тут будет типа тюля, там будет стоять кровать. И будет очень интимное освещение. Сейчас покажу вам на балконе. Ремонт еще не закончен, но тут мы решили много не делать. Покрасили стены, вот уголки поставили. Еще не доделали. Ну, более-менее чистенько, и да ладно. Много денег сюда вбухивать не хочется. Шкаф сегодня поедем смотреть, а завтра привезут кровать. Так, идем дальше. Пытался разобраться с проводкой. Ну, всю проводку в квартире менять — это энергоемко и трудозатратно, поэтому в целях экономии и безопасности кинули провод на все электроприборы, которые установлены на кухню. Это стиралка, плита, вытяжка, чайник, холодильник. То есть все приборы, которые много потребляют и которыми могут быть потенциально опасны. Таким образом, там будет новая проводка, и через УЗО пустили. Это дополнительная защита, а на пробивание на корпус и короткого замыкания, ну, в общем, вот так вот. Вот как дверь нам сделали, а косячку теперь совсем другой вид. Так. Вот как нам сделали порталы. Так, сейчас не видно, отойду чуть-чуть назад. Вот таким образом порталы идут. Но мне кажется, это лучше, чем дверь. Вот эта дверь в ванную. И душевую кабинку тоже дособирали. Вот. Маша ругается, что она без крыши. Ну что поделаешь, самая дешевая — 11 000. Ну потом в дальнейшем заработаем, будем что-то менять. Это кухня. Вот на кухне сейчас продолжается расстановка. Все подключил, сейчас давайте с вами вместе проверим холодильник. Опа, работает, требует уборки. Далее, стиралка. Все работает, быстрая стирка есть, стирка хлопка есть, все как надо. Так, вот вытяжку туда идет, вытяжка наша, 3, и подсветка, все работает, плита, наверное, она не будет без чайников работать. Ну вот я вам покажу, что все регулируется. Сейчас она отключится, то что приборов нету. Вот она показывает. Внизу вентилятор. Была проблема с подключением с машинками. Тянули шланг 3-метровый. И все поставили, все проверили, все безопасно. Все четко. В общем, квартира приближается к сдаче. Я планирую то, что на этой неделе она будет готова. А на следующей уже мы будем ждать гостей. Такая вот люстра еще раз. Машу не очень понравилось. Ну ладно, ребята. Всем удачи, всем респект. Всем пока.